Илио, система Джината. Карта, что приведет меня к Скайуокеру. Ты знаешь, как мне ее найти. Покажи мне, куда старик забрал ее. Я получил то, что хотел. Ты отказался от оружия. И ради чего? Отцовство. Иден, может, и предала меня, но ты, Дэл, ты подвел меня. Хаск, не ищи ее. Для тебя это не кончится ничем хорошим. А ты похорони Деламика и его команду. Ну, оставь Корвус. Ты же знаешь, он приведет ее сюда. Я на это и рассчитываю. Скопление комет Киара. Система Хартага. Зей, когда я сказала, что не прочь потренироваться, я не это имела в виду. Все будет в порядке, мам. Ворчишь, как старая бабка. Старая бабка? Эта старая бабка сейчас преподаст тебе пару уроков пилотирования истребителя типа X и техники безопасности. Входящее сообщение с Корвуса. Но твой отец должен вернуться лишь через пару дней. Иден, это шериф. Отправляю тебе координаты. Нам надо встретиться. Скоро будем. Пилио, система Джината. Дядя Шериф, я скучала по твоей физиономии. Взаимно, Зей. Все в порядке. Где твоя мама? Ищу своего мужа. Рада тебя видеть, шериф. Где Дэл? Сопротивление поручило мне проверить слухи о системе Джината. Какой-то проект возрождения. Исчезают люди, и генерал Органа считает, что это дело рук Первого Ордена. Когда сканеры засекли Корвус на Пилио, я, мягко говоря, удивился. Удалось что-нибудь найти? Ничего. На корабле никого нет, с планеты вывезли все ценные ресурсы. Я осмотрел все, но... никаких следов Дэла. В бортовом журнале корабля я обнаружил вот что. На Пилио Дэл прилетел с Атулы. Это планета на окраине системы. Местные должны быть в курсе, что случилось с папой. Надеюсь. Пока это наша единственная зацепка. Шериф, курс на Атулу. Есть, мэм. Атула, гражданский сектор. Корвус, вы вернулись. Нашли кого-нибудь на Пилио? Подождите, вы не Дэл? Дэла тут нет. Может, он отправил вас нам на помощь? Джината Секьюрити уже похитила сука семей. Нам срочно нужна... Кто-то глушит сигнал. Это корабли Джината Секьюрити. Солдат и Глеб. Что происходит? У нас гости. Шериф, твой опыт больше пригодится на мостике. Зей? Послушай, знаю, что слишком внезапно, но ты готова к бою? Атуланец сказал, что Джиксек похищали целые семьи. Думаю, они вернулись за новыми рабами. Угадала.
Говорит Лим Кайн с возможности. Вызываю Корвус. Сдавайтесь, пока никто не пострадал. Я хотел сказать тебе то же самое. Глеб предупреждал, что ты упрямая. Но я хотя бы попытался. Прощай, командир. Какой план, Иден? Сможешь подогнать Корвус к фрегату? Сначала разберись с кораблями. Я могу маневрировать среди астероидов или лазеров. Одно из двух. У меня на радаре звездные истребители и транспортные корабли. Чем мне заняться? Всеми сразу. Следуй за мной и держись подальше от астероидов. Не волнуйся, мам. Я помню, чему ты меня учила. Меня атакуют. Вот что бывает, когда летаешь на старых ведрах. Старый не значит плохой. Если пилоты умеют стрелять, то они опасны. Судя по показаниям сканеров, транспортники почти пустые. Видимо, войска Глеб похищают от уланцев и переправляют их на транспортных кораблях. Уничтожив эти корабли, ты мне здорово поможешь. Атакуют эти транспортные корабли? Сейчас даже на транспортнике приходится ставить пушки. Берем огонь на себя. Зей, за мной. Пора сбить эти транспортники.
Знаешь, даже уничтожив все мои корабли, ты не остановишь нашей операции. Ты про проект Возрождения? Да, так его прозвала Глеб. Я же зову его проще. Торговлей людьми. Займемся транспортными кораблями. Есть, мэм? Эти транспортные корабли будут нам мешать. Давай уничтожим их. Конвой уничтожен. Сегодня ты никого не похитишь, Ли Макай. Ты так в этом уверена? У меня, знаешь ли, норма. Не выполни ее здесь, выполни в другом месте. Я так не думаю. Тебе отсюда не сбежать. Надо задержать фрегат Джинсек. Шериф, отвлеки огонь на себя, а мы уничтожим двигатели. Ясно. Веди, я за тобой. Глеб была права, из-за тебя одни неприятности. Кажется, получается. Продолжаем. Остановись, Иден. Получилось. С двигателями покончено. Ли Макай, это твой последний шанс сдаться. Глеб мне платит не за то, чтобы я убегал, поджав хвост, а за то, чтобы я делал свою работу. Этим и займусь. Иден, тебе летит серьезно модифицированный звездный истребитель N1. Это Ли Макай. И еще его прикрывают тяжелые звездные истребители. Я отвлеку Ли Макая, а ты разберись с его звеном. Зей, стой. Поздно. Минус один. Теперь разберемся с твоим приятелем. Я могу его отвлечь, но ненадолго. Ты справишься. Сосредоточься. Ты уже разобралась с его дружками? Пока нет. Звено сбито. Зей, я в пути.
В меня попали. У тебя все нормально? Я в порядке, но Лимакай развернулся и идет на тебя. Берегись. Я с ним разберусь. А ты возвращайся на Корвус, там безопасно. Есть, мэм. Ты Атулу видела? Кошмар, а не планета. Не знаю, куда Глеб посылает этих ребят, но им явно повезло. Используй ионный импульс. Отличная идея. Они позволят отключить бомбу до взрыва. Довольно уже. Все, довольно. Тебе никогда не победить. Знаешь, я за работу взялся только потому, что она обещала быть легкой. Хорошая зарплата, горячая еда, и не боишься, что кто-то воткнет тебе нож в спину. В данной сфере это, по сути, пенсия. И ты лишаешь меня пенсии. Это специально для тебя. О, да ладно. Есть. Знаю, это крепко сказано и все такое, но я правда ненавидел этого парня. Я отправляюсь за фрегатом. Мам, подожди. Это, конечно, все. Возможность только что сдалась. Что? Стоит разделаться с их лидером, и они сразу же сдаются? Ну, возможно, я сказал, что мы готовимся выпустить в них все наши ударные ракеты. Зэй, ты же знаешь, что на Корвусе никогда не было ракет. Ну, они-то этого не знают. Нет, не знают. Хорошая работа, солдат. Это еще не все. Они обо всем рассказали. Глеб подобрал Адела, когда он наткнулся на проект Возрождения. Да где же она? Ты не поверишь.